пятницу президент США Дональд Трамп прибыл на Гавайские острова, откуда затем отправится в продолжительное азиатское турне. В ходе него глава американского государства обсудит с лидерами Японии, Китая и Южной Кореи ядерную проблему КНДР, возможность усиления дипломатического и экономического давления на Пхеньян. Во время своей поездки Трамп также посетит Филиппины и Вьетнам, где примет участие в саммитах АСЕАН и АТЭС и, возможно, встретится с президентом России Владимиром Путиным. На Гавайских островах Трамп провел совещание с главой Тихоокеанского командования ВС США, а также посетил мемориал линкора «Аризона», который затонул после атаки японских сил на Перл-Харбор. Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп возложили венок в памяти погибших.